На теннисном корте стадиона «Дружба» стартовал рейтинговый турнир Международной федерации тенниса на Кубок Республики Марил среди женщин. В соревнованиях участвуют более 70 теннисисток из разных стран мира. В выходные прошли квалификационные встречи. Сегодня начались основные соревнования, как среди одиночек, так и пар. Это первый такой турнир женский, потому что весной это был мужской турнир. И здесь призовой фонд больше, поэтому отличается от мужского турнира. Пока ничего плохого про организацию сказать не могу и даже не хочу, потому что и база хорошая, и все вопросы, которые должны быть решены на профессиональном турнире, все есть так, как должно быть. Состав хороший игроков. Там рейтинг первого СНЛ 238 в одиночке. Это для турнира с таким призовым фондом хороший состав, хороший рейтинг. Призовой фонд Кубка – $25 000. Соревнования продлятся до субботы включительно. В пятницу будут определены сильные в парном разряде. 22 сентября среди одиночек. Начало ежедневно в 11 часов. Напомню, что под эгидой Международной федерации тенниса проводится мужской Кубок Дэвиса, женский Кубок Федерации и Кубок Хопмана.